Приехал ко мне товарищ Артем, привез вот такой аппаратик. Он уже, правда, как говорится, распаковки мы не увидим. Он уже у нас работает. Ну, расскажи. Ну, в принципе, понравилось мне, как он работает. Как бы чуть доработочку как бы сделали в насадочках. Вот. Ну, в принципе. Ну что, распаковываем. Распаковка после распаковки. Давай, ставь, подключай. Тут уже у него кое-что свое есть. Свои наработочки. Но как бы мы сейчас хотим показать этот приборчик наш. Ставь вот сюда. Что мы тут видим? Сразу тут у нас вентилятор стоит. Вкл-выкл. Вот так он с одного боку выглядит. Вот так вот галич фирма с другого. Здесь что-то пропилено и снутри вставлено. А здесь вот у нас дырочки тоже чем-то закрыты. Ну, я так понимаю, чтобы продувалось. Сзади вентилятор стоит, вот он. И он продувает у нас отверстие только здесь. Здесь мы видим радиаторы охлаждения. Вот. Ну что, поехали. Сеть, и сейчас подключим все прибамбасы. Сейчас небольшая рекогносцировка. Значит, что тут, насколько я понимаю, есть и плюс, и минус, потому что, как мы видим, вот красный, здесь красный, черный, здесь черный. Значит, по идее, ну как на сварке подключается плюс к плюсу, минус к минусу. Вероятно, это важно. И подключается, я так понимаю, это кнопка, клавиша управления. Hotspot, Hotsting, Hotstrike. Насколько я помню, используют примерно вот такой же держачок для электродов. Ну что, включаем. Включаем. Дрынь. О, загудел вентилятор. Вот это на минимуме у нас. Вот так на максимуме. Вот. Все заработало. Вот такая вот масса у нас. И вот такой держачок. Ну что, давай померяем длину проводов. Кому интересно, значит, массовый провод у нас длиной получается сколько? Плюс-минус 1,30 м. Плюс-минус 1,30 м. Так, и, так сказать, вот мы меряем от держака. Ну, это плюс-минус там сколько получается? 1,80 м. 1,80 м длина. Вот, также что у нас присутствует. Сюда мы можем вкручивать или вставлять, кому как больше нравится, вот такие электроды. Ну вот этот родной, я так понял, да, был. Это трубочка, нарезанная резьба. И здесь медный наконечничек. С таким мы уже встречались. Здесь просто наконечник. Часто используют от полуавтомата, от сварки. Это тоже родное было, да? И вот это тоже шло в комплекте. Я так понимаю, это стальной. И это уже стержень. А вот это вот у нас трубочка. Но я так понял, что Артем, дабы не коротить, сюда намотал скотч малярский, чтобы не закорачивать в ненужных местах. А здесь у нас термоусадочка. Вот таких два наконечника. Ну давай, диаметр, длину посмотрим. Меряемся. Десять миллиметров. Десять. И здесь 10. А по длине? 42.
Угу. 42 и 32. Загиб примерно под 45 градусов. И опять же, на длинный у нас наконечник медный. 8 загиб там. Ну и тут 6. И тут 6 у нас загиб. Все, вот такая вот штука у нас есть. Шумит, пыхтит. Вентилятор, да, рассказывай. Такие угольки. Один, наверное, 8 и 10 миллиметров. Вот, обмедненные электроды угольные для ужигания металла. Ну, вот такой вот маленький анонс аппарата Галич. Значит, как донесла разведка, это аппарат похожий на инверторную сварку. Вот тут два принципа, как я уже говорил, есть. Я пока выключу, шумит. Вот здесь принцип у нас как на сварке, на инверторной. Вот, а на вот этом вот приборчике на хотспоте у нас трансформаторный принцип. Короче говоря, вот этот аппаратик похожий на вот такую вот инверторную сварку по принципу работы. То есть тут токи у нас высокой частоты, тут 1000 вольт. Ну, это мы потом дальше посмотрим, разберем. Вот такой приборчик. Ну, на этом как бы все. В следующей серии мы попробуем им поработать.